эфире студия Nord TV «Молодежные новости», и я, их ведущая Катя, расскажу вам о главных событиях прошедшей недели. В этом выпуске вы увидите: международный молодежный турнир, День Святого Валентина в Нарвском молодежном центре, гости с Нарвской Налининской государственной школы. 14 февраля Нарвский молодежный центр устроил дискотеку и ориентирование в честь Дня всех влюбленных. Подробности смотрите далее в нашем репортаже. Всем привет! Рядом со мной стоит Александра, одна из организаторов ориентирования по городу. Саша, какого возраста участники были? Участники были как самые маленькие, 6 лет, так и до 25 лет. Какой этап был самым сложным при организации ориентирования? Все этапы, в принципе, пошли замечательно. Все было супер, было организовано достаточно просто. Единственное, что нас подвела погода, однако все участники остались довольными, все пришли счастливы, поэтому все было замечательно. Очередной раз молодежный центр устраивает увлекательное ориентирование. На этот раз команды искали романтические места города Нарвы. Это было вполне интересно, места были тоже интересные. Было достаточно тяжело отгадывать, поскольку это было достаточно интеллектуальное. Хотя нам говорили, что это будет связано с 14 февраля, места будут романтические, и то, что это будет больше такая расслабляющая игра, но думать надо было много. Как несложно догадаться, само ориентирование было приурочено ко Дню Святого Валентина. Используя карту, участники должны были найти те самые места, в которых происходят порой судьбоносные для многих людей встречи. Но это не все, что произошло в День всех влюбленных. Во второй половине дня для юных посетителей молодежного центра младше 13 лет были организованы разнообразные конкурсы. А к вечеру у молодежи старше 14 была возможность посетить дискотеку, где также, помимо самой дискотеки, были интересные конкурсы на тему Дня всех влюбленных. По нашему мнению, все прошло так, как мы запланировали. То есть у нас не было никаких заминок, все были в очень хорошем настроении, веселились, плясали и участвовали в наших конкурсах. Несмотря на плохую погоду, у участников мероприятий были только позитивные эмоции и исключительно бодрый настрой. С 12 по 14 февраля в спортхолле «Энергия» проходил турнир по волейболу среди юношей. Наш корреспондент Катя была там и взяла интервью. Всем привет! Сейчас мы находимся возле спортхолла «Энергия», где проходит молодежный турнир. Давайте пойдем внутрь и посмотрим, что там происходит. На протяжении трех дней в зале Нарвской спортивной школы «Энергия» за призы спортивного клуба «Виктория» и спортшколы «Энергия» соревновались юношеские команды по волейболу. В состязаниях приняли участие команды из города Кострома, Россия, Раквера, Эстония, Пульцама, Эстония, Приморский край, Россия, Даугавпилс, Латвия, Рига, Латвия, Вологда, Россия, Кондопога, Россия, а также клуб «Аудентес» из Сталина. Судьей волейбольных баталий был Алексей Богданов, который и ответил на наши вопросы. Скажите, пожалуйста, из каких стран и городов приехали участники? Ну, во-первых, всех жителей города Нарва я поздравляю с Днем влюбленных. Сегодня день друга. Желаем всего самого доброго, чистого, светлого. В нашем турнире принимает участие 13 команд из трех стран. Россия, Латвия и наша Эстония. Понятно. А каких они возрастов, участники? На турнире участвуют юноши двух возрастов. 99-2000 год – 8 команд. И 2001-2003 год – 5 команд. Первое место среди юношей из 1999 и 2000 года рождения получила спортивная школа «Пыльцама». Приз «Лучший игрок команды» получил Егор Салвасте и Иван Саприн. 16 февраля Нарвский молодежный центр встречал ребят из Ванолиновской государственной школы. О том, как все прошло, смотрите далее. 16 февраля Нарвский молодежный центр встречал учеников Нарвской Ванолиновской государственной школы. Ну, мне понравилось все. То, что здесь можно придумывать поделки разные, можно поиграть, можно тоже танцевать и можно попить чай. Ребята познакомились с телестудией, спортивным залом, творческой комнатой, музыкальным кабинетом, кафе-клубом «Экзит» и с танцевальным залом, в котором они смогли продемонстрировать свои танцевальные навыки. Такой была эта неделя. Спасибо за внимание и до новых встреч!
стартовали и финишировали кто? Ну, как сказать, участники ориентирования. Было очень классно. Спасибо вам за участие. Сейчас мы находимся возле спортхолла «Энергия», где проходит волонтерский турнир. Мокро немножко.